Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Голландская комната, Ганс Гальбейн младший. Портрет сэра Уильяма Батса. 1543 год. Дерево масло 46/36. На данном портрете изображен Уильям Батс, придворный врач Генриха VIII. Он имел ученую степень, в 1544-м получил рыцарское звание. Перед зрителем гладко выбритый строгий мужчина средних лет. Волевой профиль, умные глаза говорят о непростом характере. На модели традиционный мужской костюм эпохи Тюдоров, демонстрирующий одновременно простоту и богатство. Художник мастерски передал фактуру черного дорогого сукна, меха, которым оно подбито, массивной золотой цепи. Доктор играл важную роль при дворе. Дело в том, что в 1536 году король серьезно повредил ногу. Рана болела все последующее время, сильно ограничивая его в движении, и служила причиной частых депрессий правителя. Известно, что Батс был активным протестантом, а его потомки стали яркими деятелями времен английской революции и сторонниками Кромвеля. Врачу не удалось вылечить своего пациента. Он умер раньше короля в 1545 году. Ну вот такое описание к работе. Портрет сэра Уильяма Батса, Ганс Гальбейн младший, 1543 год, дерево масло, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.